Инфракрасный обогреватель – отопительный прибор, отдающий тепло в окружающую среду посредством инфракрасного излучения. В быту иногда неточно называется рефлектором. Лучистая энергия поглощается окружающими поверхностями, превращаясь в тепловую энергию, нагревает их, которые в свою очередь отдают тепло воздуху. Это дает существенный экономический эффект по сравнению с конвекционным обогревом, где тепло существенно расходуется на обогрев неиспользуемого потолочного пространства. Кроме того, при помощи инфракрасного обогревателя появляется возможность местного обогрева только тех площадей в помещении, в которых это необходимо, без обогрева всего объема помещения. Тепловой эффект от инфракрасных обогревателей ощущается сразу после включения, что позволяет избежать предварительного нагрева помещения. Эти факторы снижают затраты энергии. Конструкция. Главным конструктивным элементом инфракрасного обогревателя является излучатель, испускающий инфракрасное излучение за счет нагрева. В электрических обогревателях обычно используется трубчатый электронагреватель или открытая, либо защищенная кварцевой трубкой спираль, также карбоновое покрытие в пленочных обогревателях. Для более направленного обогрева и защиты корпуса и его содержимого от перегрева применяется рефлектор из хорошо отражающего и теплостойкого материала. Если обогреватель предназначен для размещения в месте, доступном людям или домашним животным, излучатель дополнительно защищает металлической сеткой или прозрачной перегородкой. Типы инфракрасных обогревателей. В зависимости от диапазона излучения, инфракрасные обогреватели делят на коротковолновые, средневолновые и длинноволновые. По способу установки – мобильные, переносные и стационарные, напольные, настенные, потолочные, подвесные.